Я приветствую вас на своем канале. И сегодня я хочу показать, как сделать выкройку бортика лося. Для этого нам понадобится несколько листов бумаги формата А4, либо любая подходящая бумага, которая у вас есть, какого размера. Ножницы, карандаш, стёрка и циркуль, если есть. Итак, с чего мы начнем? А также нам еще понадобится линейка. Я уже предварительно нарисовала и буду ориентироваться на те размеры, которые я сделала. Итак, для начала нам нужно вот с этого края отмерить в сторону 15 сантиметров и сделать надсечки. Проводим линию . Высоту у нас должна быть выкройка бы 33 сантиметра. Здесь у меня меньше 30, поэтому я склею два листика между собой. Если у вас подходящий размер листа, то есть больше, чем 33 сантиметра, то вам подойдет. Если же нет, можно вот так вот склеить листики между собой. Так, здесь у меня получилось. Тут вот где-то 30. И еще 3. 33. Так. С самого низа, вот здесь вот, мы отмеряем вверх 10 сантиметров, делаем отсечки и проводим линию. Так, вот здесь 10 сантиметров, здесь 15 сантиметров. Вся вот эта вот у нас будет 33 сантиметра. Итак, теперь нам нужно... Так, здесь вверху также провести линию, чтобы было легче. Нам нужно закруглить нашу голову, голову нашего лося. Я примерно посмотрела, сколько отмерила, откуда я начала закруглять. Получается, я здесь отмерила от этой линии, которая вот это вот 10 сантиметров, где отмеряем вверх примерно 12,5, ставлю точку, и вот здесь вот от этого уголка мы отмеряем 7,5 сантиметра, ставим точечку здесь, примерно можно вот 4,5. И делаем вот так вот, закругляем. Вот так вот, все, что лишнее, можно стереть. Вот так вот у нас получилось. Теперь нам нужно нарисовать глазки. Для этого здесь мы отмеряем сверху 6 сантиметров сбоку, ставим примерно точечку, и вниз отмеряем 9 сантиметров. Тоже на этом месте вот так вот ставим точечку. Далее берем циркуль, либо если у вас есть что-нибудь круглое, диаметр которого 7 сантиметров, да, можете обвести. Я, получается, возьму циркуль, отмерю радиус
3,5 сантиметра. И получается вот у меня вот так. И нарисую полукруг. Так вот глазик нарисую. Примерно. Все, что лишнее, можно снять. И нарисую реснички. Хочу в этот раз вот такие вот нарисовать. Так вот. Так вот, сюда мы отступили 6 сантиметров, вниз 9 сантиметров. Еще раз помечу. 9 сантиметров, здесь 6 сантиметров. Теперь нарисуем носик. Чтобы нарисовать носик, от верхней линии по краю отмеряем 13 сантиметров, ставим точечку, засечку, и отмеряем вниз примерно 4,5 сантиметра. Можно 4,3, я отмеряла 4,3, поэтому я оставлю так. Вбок тоже я отмерила 4,3. Так вот, можно примерно нарисовать прямоугольничек сначала, так вот, легкими линиями. Потом закруглить вот так вот тоже. Потом оставшееся все стереть. Так, здесь мы отступили 13 сантиметров от верха. Здесь у меня вот этот отрезочек 4,3. И в бок у меня тоже 4,3 сантиметра. Для ротика я тоже вниз отступила 4,3 сантиметра. Вы можете отступить 4,5 сантиметра. Ничего страшного, так вот я импровизированно провожу эту линию. И закругляю, делаю улыбку произвольно. Теперь нам нужно примерно нарисовать ушки, как они будут выглядеть на выкройке. Так, чтобы нарисовать ушки, нам нужно отступить примерно, сейчас я померю на своей выкройке, где-то 13,3 я отступила снизу. Делаем засечку вот тут вот примерно, и вот сюда примерно 6 сантиметров, вот так вот, и здесь примерно вот будет так импровизированно нарисуем ушко. Это пока что для того, чтобы примерно понимать, как будет выглядеть выкройка. Отсюда мы еще отступим 2 сантиметра. Здесь где-то 0,8, примерно так. И здесь будут у нас идти рожки. Вот так вот. Теперь нам нужно на отдельном листе бумаги нарисовать рожки. Вы можете от руки их нарисовать. Я скоро расскажу, как сделала я. Я просто нашла в интернете выкройку, не выкройку, а бортик, который мне понравился. Я увеличила в размере его примерно, как будет выглядеть выкройка в таком размере. И наложила на экран и обвела рожку. Можете от руки нарисовать вот так. Можете так с экрана срисовать.
Получается, что вот от этой линии до этой у меня получилось 16 сантиметров. Если снизу отступить 4 и провести линию, то есть ширина будет 6 сантиметров. Примерно вот такие вот рожки получились. А для того, чтобы нарисовать ушко, я взяла циркуль. Также, если опять же у вас нет циркуля, можете взять круг диаметром 9 сантиметров. Сделать вот так сначала. Вот сделать сначала полукруг, а потом еще дорисовать. То есть высота получится у нас 6 сантиметров. Диаметр 9, высота 6. Потом мы, когда будем из ткани вырезать, мы это ушко так сложим, чтобы у нас получилось вот такое вот ушко. На этом у меня все. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Также в следующем видео я покажу, как сшить по этой выкройке бортик лося. До встречи!